Всем привет! В первую очередь, конечно же, с праздником всех Великой Победы! О, точно! О, видели, да? Все еще у меня георгиевские ленточки висят, их хоть не украли, слава богу, надо было повесить. Ладно, забыл, некогда, тороплюсь. В общем, как-то так, потому что чего сегодня? Сегодня 9 мая, с вами пивная пятиминутка, меня по-прежнему зовут Илья, и этот понедельник, он будет не тяжелый, я так думаю, ну, для меня будет тяжелый. А вот, не в плане пива вообще, а в плане сегодняшних планов. Так, а сегодня я буду чешское традиционное пробовать от Демидовской пивоварни. Бергаур чешская традиционная. Вот так вот оно выглядит. Пробочка, как всегда, ничего не изменно. Нальем, продегустируем. Ну, сначала еще почитаем. Чего ж я не зря выписывал. Что это у нас за такое чешское пивко? Ой, светленькое какое. Ой-ой-ой, лимонадик. Ладно. Не будем забегать вперед. Посмотрим, может, все хорошо там. Что я выписал? Данный сорт пива создан по секретной рецептуре чешского пивовара Любица Сладок. Мне вот интересно, а пивовары что, украли этот рецепт, если он такой секретный? Где они его взяли нафиг? Если они его достали, может, он уже ни хрена и не секретный? Сладок, короче, профукал свой секрет. С использованием настоящего богемского солода и традиционного жатецкого хмеля. Кстати, разработчики, если кто-то увидит, вот жатецкого у вас без буквы С там написано. Так что исправьте, что за некрасивые помарки. Светлое пиво типа пилзнер с насыщенным вкусом богемского солода в сочетании с ярко выраженной, но одновременно мягкой хмелевой горчинкой и полнотой цветочно-пряного аромата. Слушайте, не наврали, прикольно пахнет. Так интересно. Интересный аромат. Аромата жатецкого хмеля. Тут жатецкого написали с буквой С. Все правильно. Слушайте, аромат-то прикольный. Действительно цветочный. Так бы я сказал, что хмельком пованивает. Но так он послаще будет. Прикольно, слушайте, молодцы, что украли у них рецептуру секретную. Что у нас тут обещает? 4.1 всего по алкоголю, легонькое пиво сварено по традициям чешских пивоваров. 0.5 бутылочка. Так, состав: вода питьевая подготовленная, сол пивовар ячменный светлый, хмель. Вот тут еще расписали: солод богемский пилзнер. А пилзенский, хмель жатецкий. Че у нас тут? Ну, 27 марта розлива, свежачок, можно сказать. Так, сусло. Сусло, может, сверху где-нибудь написали. Да, должны были 10,8. Ну, такое легонькое пиво, не очень плотненькое. 10,8. Тут вот они на калиретке почему-то решили всю информацию написать. Странно. В общем, по стилистике отличается этикетка. Красивая такая, прикольная, от других. Чего, переходим к пиву. Ну, про аромат я уже сказал. Цвет золотой такой. Золотой такой, приятный цвет. Ничего не скажешь. Пенка. Аромат прямо отсюда благоухает, короче. Да, так вот издалека кажется, что это хмелем пахнет. А вот когда принюхиваешься, действительно такой цветочно-луговой ароматец. Ну что, пробуем?
слюноотделение пошло, значит, пора пробовать. Ну что, опять ну что. За праздник давайте выпьем, да? Ура нашим воинам-победителям. Водянистенько, но есть хмелек, солодок. Нет, что-то мне как-то не очень. А может, из-за плотности мне не нравится. Слишком легкое для меня пиво. Вкус есть. Такой легкий, солодовый, немножко горчинки хмелевой. Карбонизация не дает залповать сразу горло. Начинает дереть. В общем, обычный светлый лагерь. Самый такой безликий, непримечательный из всей линейки, которую я пробовал. Это будет на последнем месте. Ну, потому что, ну, совсем простенько. Вот прямо вот солодовая водица такая. По сравнению с другими экземплярами, да, допустим, классик или фест. Характер есть, да. Вот эта сластинка такая. Солодовая есть. В принципе, это неплохо. Это ровненько, это без всяких косяков. Понимаете, да? Такое легкое летнее пивко. Так бы я сказал. В принципе, вкусненько, да, что-то в этом есть, я просто еще понять не могу, может, потом дойдет. Что-то в этом есть, прикольно. Что все равно отличает его от всех вот этих евролагеров, да, которые стоят на полке. Какая-то есть черта такая, сластинка солодовая или просто солодовая. Как-то так. Ладно. Всем спасибо за внимание. Пойдем праздник отмечать. Что уж тут поделаешь, да? Так что не болейте, берегите себя, будьте здоровы, пробуйте новые стили. Не бойтесь экспериментировать со вкусами. Завтра увидимся. Завтра будет последний бергаур из линейки. Всем счастливо, до завтра. Много не пейте. А, сегодня не продают же.